И в продолжение темы «Излишки для Мишки» в Новосибирском зоопарке объявили благотворительную акцию «Добрый урожай». До конца сентября каждый желающий может привезти овощи, выращенные на дачных участках, чтобы покормить обитателей зоосада. Екатерина Широкова продолжит. Бурый медведь Леша – большой любитель полакомиться огурцами, яблоками, ранетками и морковкой. Пятую осень жители со всей области везут излишки урожая на корм зверям. Благодаря дачникам у Мишки сегодня на ужин микс из свежих овощей. Большие очень урожаи. В теплицах много растет огурцов. Ну, мы все, что собрали, привезли. И рады, что можем как-то помочь животным. В этом году сибиряки начали привозить корнеплоды еще в конце августа, до официального начала акции. Овощи любят не только козы, косули или альпаки. Хищники тоже не брезгуют, играют с овощами. Они таким способом познают мир. Это им служит обогащением среды. Они могут поковыряться, порыть в тыкве, поизучать, как она пахнет, из чего состоит. Это для них очень полезно. Привезенные овощи оставляют в специальных коробах на входе в зоопарк. Есть тачки, на которых можно довезти провизию от машины до ларей. Вообще в зоопарке животных посетителям кормить нельзя. Для них составляют специальный ежедневный рацион с содержанием необходимых витаминов. Привезенные лакомства сотрудники зоопарка тщательно моют, чистят, раскладывают по порциям в зависимости от потребностей животного. Кстати, важно помнить, прошлогодний урожай не подходит обитателям зоопарка. За зиму в овощах скапливаются вредные вещества, которые могут быть опасны. Екатерина Широкова, Алексей Погудин, новости ОТС.